Ми вас вітаємо в прес-центрі телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. І зараз говоримо про те, як червона зона карантину позначається на малому та середньому бізнесі. Сьогодні в нас в гостях багато спікерів. Олена Булах, президентка Асоціації рестораторів та отельєрів Дніпра. Вітаємо вас. Наталя Ешенкулова, лідерка підприємницького руху у Дніпрі. Віктор Жих, громадський експерт при Раді з питань сприяння розвитку малого підприємництва при президентові України. Вітаємо. Та Станіслав Веліфлянчик, адвокат. Вітаю вас всіх. Що ж, Олено, почнемо з вас. Вам слово. Яка наразі ситуація у малого та середнього бізнесу? Як працюють ресторани, готелі, так? Добрый день. Ну, на сегодняшний момент, конечно, в связи с тем, что введена красная зона, не скрою, наш сегмент – это отели и рестораны, как и в прошлый раз, он терпит очень большие убытки, потому что, несмотря на то, что есть определенные введения и количество там вакцинированных, конечно, очень много заведений все-таки как-то подготовились, движение-то еще пошло с лета, все-таки начали вакцинировать сотрудников, и они работают. Но, тем не менее, звонки ко мне, вот как президенту Ассоциации рестораторов и ательеров, поступают ежедневно. В основном это момент консультативный. Если мы работаем на вынос, к нам пришла опять проверка, должны ли мы иметь всех сотрудников вакцинированных, а нас оштрафовали, а законно, незаконно. На самом деле людям очень тяжело. Мы только начали поднимать голову после тех событий, которые вот у нас идут уже систематически, да, то есть мы только начали немножечко оживать. Я вам хочу сказать, на сегодняшний момент наша сфера, она практически перестала чувствовать на себе такое понятие, как сезонность, у нас его просто нет. Если раньше мы четко говорили о том, что есть понимание спад сезона, потом всплеск сезона, сейчас мы этого даже не наблюдаем. Мы очень четко чувствуем, что у людей стало гораздо меньше денег, и наша сфера, она очень, это лакмусовая бумажка, мы моментально ощущаем, на чем люди экономят. Люди экономят в первую очередь, конечно, там, на каком-то лишний раз поход в ресторан, либо в кафе, на каком-то досуге. И вместе с тем, будем говорить честно, что ну, почему-то вот, есть такое бытует понимание, что мы вот работники сферы все-таки торговли, тогда, когда у нас есть большое количество там сотрудников, все считают, что мы действительно, вот правильно сказал господин адвокат, я не помню, к сожалению, как его имя, что Станислав. Действительно, Станислав, да, все нас расценивают как торгашей, а торгашей, значит, у нас всегда много денег, а никто никогда не считает, какое количество налогов нам приходится платить, сколько нам обходятся те же самые наемные лица. Сейчас очень жесткие моменты введены по моменту того же самого контроля за алкоголем, за акцизом. То есть у нас идет изменение работы. Да, не хорошо, не плохо на сегодняшний момент. То есть я считаю, что мы идем в какое-то европейское государство, мы идем какими-то определенными шагами к чему-то цивилизованному. Но, к сожалению, вот скопище вот этих всех факторов очень сильно влияет на людей и влияет в первую очередь, конечно, не только на работников, но и на работодателей. Очень многие работодатели только сейчас начали потихонечку там отдавать какие-то долги, отдавать какие-то кредиты, и у нас вот в очередной раз опять какие-то моменты, будем говорить, не совсем комфортных ситуаций. Еще один важный такой спектр, помимо убытков именно как коммерсантов, это все-таки психологический момент, потому что очень много приходится работать с наемным персоналом, объяснять, рассказывать. Есть люди, которые там хотят прийти на работу с весьма неадекватными какими-то там пожеланиями. Полная частичная, ну, полная, будем говорить, даже безграмотность юридическая, она не дает возможность людям понять свое место в жизни, понять, чего ты хочешь. Если ты принял решение не вакцинироваться, ты должен понимать, что это впоследствии за твоими действиями принесет. Но все взрослые люди. Принял решение вакцинироваться, что это тебе принесет. Но, понимаете, вот этот винегрет, который происходит сейчас в головах у людей, он несет сумбур. А там, где сумбур, это мутная вода. И исходя из этого, то есть вот мы приходим на работу, мы находимся в постоянном каком-то, знаете, психологическом
идеологическом догме в какой-то, знаете, в каких-то рамках. А мы творцы, мы должны кормить людей, мы должны создавать какой-то уют. Я всегда говорю, что продает ресторан и отель? Он продает эмоцию. Какие эмоции мы сейчас можем продавать? Ну, извините, знаете, но как бы... И получается, что очень много вот среди моих знакомых, там, Одесса, Киев, вот, кстати, Одесса тоже в красной зоне, огромное количество людей, именитых шеф-поваров и так далее, которые находятся сейчас в депрессии. На самом деле, то есть люди просто уже устали, они устали вот от этих всех непонятных моментов. Как с этим бороться? Ну, буквально даже вот там в пятницу мы общались, разговаривали. Те, кто не работает, те, кто приняли решение, допустим, там, не работать и приняли решение не вакцинироваться, они уходят, делают, создают какие-то свои блоги, делают моменты доставок, хотя вот по факту тоже в пятницу был диалог. Я думаю, что вот эти моменты доставок, моменты приготовления на дому и так далее, это все, будем говорить, местечковое, и оно потихонечку будет уходить, потому что все-таки туда-сюда, вы понимаете, январь не за горами, введение все-таки жестких условий по ХАСПу дают свои моменты, что еще и к нам на голову придет в очередной момент ХАСП. То есть мы всех, я говорю, ребята, готовьтесь к моменту того, что вас начнут еще и здесь подкручивать. То есть мы бы говорим, подытожить можно так, сложно, и единственный выход из всего этого, ну, для себя я нашла, и я рекомендую всем своим коллегам, учитесь. Но учитесь, читайте много, советуйтесь, чего вы не понимаете. Очень часто ну, вот юридические моменты, я не могу их все выучить, да, у меня достаточно своей работы. Я действительно нахожу профессионалов и обращаюсь к профессионалам и выбираю из того, что мне предложит либо адвокат, либо юрист, тот вектор жизни, который мне необходим в принятии решения. Что касается профессиональной сферы, учитесь. Учите персонал, заставляйте их двигаться в какими-то там к новым каким-то вершинам, для того, чтобы они не уходили в депрессию и не углублялись в негатив. А те, кто работают, ну, я считаю, что это люди, которые действительно достойны похвалы, потому что работать в таких жестких условиях надо иметь психологическую, моральную и финансовую хорошую поддержку для себя. Пані Олена, готелі або ресторани, кому зараз гірше? Ну, всегда было хуже отелям. Всегда, потому что ресторан все-таки это одно хозяйство, а отель это два хозяйства, это отельное и ресторанное, понимаете, то есть и в отеле, будем говорить так, что ресторан, ну, открыл, приготовил, может накрыть банкет, да, или организоваться, там гораздо, будем говорить, ну, если брать соотношение, меньше численных единиц, а отель это все-таки структура, в которой есть и горничные и так далее, то есть, ну, отели посещают сейчас гораздо меньше, чем ресторанную сферу. Дякую. Пані Наталі, вам слово. Я, наверное, больше могу говорить за ритейл. То есть у нас сложилась следующая ситуация. Мы вроде бы как можем работать, но мы не можем в полной мере отдаться нашему потребителю, нашему покупателю. В том числе, как и он нам. Вначале была такая как бы история, что нам сказали, вы все должны вакцинироваться. Мы же-то все начали вакцинироваться, когда уже петух клюнул. Поэтому мы начали, все вакцинировались, и все сидели образно с одной прививкой. Та, которая должна быть двухпрививочной, доза, ну, как-то вакцина. То есть мы сидели все с одной прививкой. И, понятно, все были достаточно спокойны. Но сам покупатель может приходить к нам, когда он имеет зеленый сертификат, соответственно, две прививки. А потом выяснилось уже дальше по постановлению Кабинета министров, там было уточнение, что только две прививки у самого персонала может быть. В итоге мы до того, как сделаем ровно две прививки, мы не можем принимать посетителей, а посетители к нам приходить. А промежуток между каждой прививкой минимум 2 недели. Ну, а в основном самые распространенные вакцины сейчас таковы, что это даже может быть от месяца до 2 месяцев. И мы опять заложники ситуации, когда мы не можем. Мы хотим работать, но мы не можем, и клиент, соответственно, к нам тоже не идет. Потому что на тот период, когда все это оглашалось, ну, давайте мы будем говорить прямо. У нас нет однопрививочных вакцин. Хотя она прописана в постановлении Кабинета министров. Мы не можем по взмаху волшебной палочки сразу взять и все вакцинироваться. То есть для этого, для полной вакцинации должен быть определенный период. Поэтому мы сейчас решили
На данный момент мы просто согласовываем действия, но, скорее всего, мы будем делать автопробег предпринимателей. Мы будем говорить, да, это, кстати, приглашаем рестораторов к нам присоединиться. На данный период времени у нас пока 40 машин, но мы, я как организатор, я говорю, вы знаете, 40 это мало, значит, всех все устраивает. Вот когда будет 100 машин, тогда мы сразу выезжаем. Потому что нужно понимать, что мы хотим вакцинироваться, мы не антивакцинаторы, но мы хотим работать в нормальных условиях. То есть, если вы нас уже поставили в те условия, когда мы не можем нормально работать, давайте говорить тогда о налогах, давайте говорить тогда об арендах, о том, чтобы их вообще убрать на тот период, пока мы не можем нормально проводить свою предпринимательскую деятельность. И давайте говорить о других вещах, которые нас тоже волнуют. Где эта одновакцинная прививка, где она? То есть ее просто нет. Поэтому вот будет, и, кстати, вот хочу сказать, правоохранители в основном ходили, проверяли уже наших представителей малого бизнеса. Даже некоторые выписывали протоколы. И эти протоколы, они в любом случае очень для меня выглядят странно, когда они составляются на человека. Вот у нас был, например, случай, что девушка находилась в отделе, она даже не являлась работником этого отдела. Она пришла, чтобы пофотографировать товар для своего Инстаграма. И ее оштрафовали за то, что она находилась в этом отделе как работник. То есть кто давал им право определять, что она работник этого магазина? Каким образом это все? Потом, если девушка просто пришла к своей подруге, почему вы сразу выписываете протокол? Потом, следующее, они не проверили даже наличие там каких-то документов, вакцинировалась она, не вакцинировалась. То есть просто вот такое пошло, они выписали протокол и все. Я так понимаю, какой-то план выполняли и все. Я так розумію, що саме автопробіг так підприємців Дніпра – це і буде реакція на такі прецеденти? В том числе, у нас же идет полностью, у нас есть аренды. Мы ритейлы, у нас есть аренды. Они достаточно высокие для города Днепр. И просто на входе в торговых комплексах, во многих сейчас такое действует, стоит охранник, который работает на торговый комплекс, и пропускает только людей, у кого есть зеленый сертификат. Соответственно, мы посчитали, в субботу в магазин, который достаточно немаленький, вошло всего лишь 9 человек. Соответственно, аренда, она никак не окупится за тот период времени, пока люди будут проходить полную вакцинацию. Точно в минус. Это 100% в минус. Но еще ж не факт, что эти 9 человек сделают какую-то покупку. Конечно. Понимаете, это ж магазин, они могли бы зайти посмотреть и все. Один человек тогда купил. При том, что аренда в день в том торговом комплексе составляет в районе 8 тысяч гривен. Это в день. Просто аренда. Потому что это не маленький магазин, мы высчитывали арендный платеж. Вот 8 тысяч гривен. Это только аренда, плюс зарплата, плюс налоги. Да. Тут нічого додати. Я думаю, давайте дамо слово пану Віктору. Ми знаємо, що ви були в Києві, так, на нарадах, там теж про це говорять. Розповідайте, які там настрої і яка ситуація, на вашу думку, в Дніпрі, шляхи її вирішення? Ну, во-первых, я хочу поддержать Наталью в том смысле, что ситуация в этом году получилась значительно сложнее, чем она была даже в прошлом году. Дело в том, что в прошлом году, когда вводились соответствующие ограничения, были подготовлены и, пусть не очень эффективные, но тем не менее, некоторые компенсационные меры. Это были и скидки по аренде, это были, главное, скидка, отмена, временная отмена частичного налогообложения, были даже предусмотрены компенсационные выплаты тем предпринимателям и сотрудникам, которые в силу ограничений не могли работать. К сожалению, в этом году почему-то на уровне правительства не были подготовлены соответствующие меры. То ли была большая надежда на то, что четвертой волны не будет, то ли другие какие-то мысли в голове, то ли было просто не в тему. Но тем не менее, факт остается фактом. На сегодня мы соответствующих компенсационных мер не имеем. Поэтому на тех совещаниях нашего Ради питань розвитку малого підприємництва при президенті України ми піднімали вже вопрос, зв'язаний з тим, що необхідно введення компенсаційних мер.
по крайней мере, на том же уровне, на котором они вводились в 2020 году. Разговоры о том, что вот люди имели возможность вакцинироваться, они в данной ситуации не решают проблему. Потому что, как отметила Наталья, даже при наличии всех вакцинированных сотрудников, все равно это не означает, что предприятие может работать в нормальном режиме, так как оно работало до карантина. Есть ограничения по покупателям, по клиентам, которые также должны быть вакцинированы, иначе возникают определенные проблемы. И этот момент обязательно должен быть учтен. И мы снова будем поднимать вопрос на уровне правительства. Кроме того, я хочу обратить внимание на то, что помимо Ради з питань розвитку малого підприємництва при президенті України, в конце декабря прошлого года, начале этого года, были сформированы рабочие группы с питань розвитку малого предприемства при областных державных администрациях. К моему глубокому сожалению, соответствующая рабочая группа при областной державной администрации нашей области, которая должна была в данной ситуации очень активно и оперативно включиться в решение проблем именно нашего региона, ничего подобного не сделала. Ее работа в значительной степени является парализованной. Не могу сказать, почему. Там почти отсутствуют представители общественных организаций, предпринимателей. В частности, было отказано Наталье, когда она подавала заявление на вступление в эту рабочую группу. И, к сожалению, возникает вопрос об эффективности этой рабочей группы, о ее способности помогать предпринимателям нашего региона решать их оперативные проблемы и нужды. Со своей стороны, опять же, я могу заверить, что буквально вот мы почти каждый день на уровне нашей общественной деятельности, это общественная деятельность, это неоплачиваемая, поэтому можно сказать, что мы этим занимаемся по зову сердца, а не потому, что деньги за это получаем. Вот, на уровне нашей Ради з питань розвитку малого підприємництва мы снова будем поднимать эти вопросы, потому что на сегодня красная зона фактически уже покрывает почти всю территорию Украины. Осталось буквально несколько, насколько я знаю, на сегодняшнее утро это 4 области, которые еще не остались в красной зоне. И поэтому и это вопрос, как я понимаю, от силы недели, не более чем. То есть, скорее всего, со следующего месяца красная зона будет вся по всей стране. Поэтому необходимо, чтобы на уровне правительства, конечно, правительству очень хочется многие вопросы передать на региональный уровень, что они и делают. Но, к сожалению, далеко не все и далеко не всегда можно решить на региональном уровне, тем более, когда не всегда есть желание эти проблемы решать. Значит, мы будем делать все возможное для того, чтобы были введены как можно быстрее компенсационные меры, чтобы эти компенсационные меры начинали действовать не с того момента, когда они будут приняты, а по крайней мере с момента включения региона в красную зону. Вот. И чтобы максимально при этом учитывались интересы малого бізнесу. Вікторе, ми пам'ятаємо, як минулому році, чи в цьому році, на минулий локдаун була компенсація від президента України, мені здається, 8 тисяч гривень. Ми ж не говоримо про такі компенсації, правда? Які повинні бути компенсації підприємцям? Я розумію, що це в залежності від сфери, в залежності від там багато взагалі факторів. Ви не зовсім праві. Дело в том, что в прошлом году было введено двухуровневые компенсации. Была введена действительно компенсация на уровне 8 тысяч гривен, не президента, а правительство вводило разрабатывало положение. Было соответствующее постановление правительства. Одновременно тогда же уже было принято решение о том, что на региональном уровне местные органы власти должны разработать дополнительную свою систему компенсации. В наша область в прошлом году, в конце прошлого года и зимой этого года, насколько я знаю, не попадала в красную зону. То есть у нас не вводились
жесткий уровень ограничений на деятельность бизнеса. В силу этого региональные, местные компенсации не были предложены, насколько я знаю. Я не считаю, что это правильное решение, но на центральном уровне, к сожалению, мы не имели возможности воздействовать на местные органы власти, чтобы они все-таки вводили эти компенсации. Это было вот с этого года, по идее, подобная инициатива должна лежать на рабочей группе при областной державной администрации. Вот. И я считаю, что предприниматели в первую очередь сейчас, местные предприниматели, должны оказать максимально возможное давление, и я поддерживаю акции прямого действия на областную державную администрацию для того, чтобы и рабочая группа, и, собственно, администрация принимали решения, направленные на компенсацию. У нас вводятся красные зоны не по населенным пунктам, у нас красные зоны вводятся по областям, поэтому вся полнота ответственности по принимаемым решениям, по ограничениям, которые вводятся, это все полномочия областного уровня власти. Дякую, Виктор. Станислава, вам слово. Дякую. Спасибо большое. На самом деле очень много хочется сказать, но я постараюсь быть максимально краток. Во-первых, давайте мы, как в поговорке, отделим мух от котлет. Да? Котлеты отдельно, мухи отдельно. То есть мы на данный момент обсуждаем вопрос, связанный непосредственно с карантином, то есть не с прививкой. Я ни в коем случае не призываю никого прививаться или не прививаться, делайте что хотите, можно в соответствии с действующим законодательством Украины ходить хоть задом наперед, вам за это ничего не будет. Что касается непосредственно карантина, то есть карантин на данный момент абсолютно прямо влияет непосредственно на бизнес. Что такое бизнес? Что такое предприниматель? Мелкий, средний, крупный и так далее. Это рабочие места. То есть когда человек ходит на работу на какой-то завод, где там 2-3 тысячи людей, сотрудников, и думает, что проблема карантина его не коснется, то он глубоко ошибается. Почему? Потому что его заработная плата прямо зависит от того дохода, который получает непосредственно тот завод, на котором он работает. И если заводу не будет куда продавать свою продукцию, а это непосредственно уже реализаторы розничные, то и зарплату ему платить будет не с чего. Начнутся сокращения, его тоже уволят. Хотя он, к сожалению, не поймет почему. Поэтому нужно прекратить рассматривать бизнесмена, бизнес и предпринимательство как преступников. На самом деле это наша бусинка, с которой государство должно носиться просто как я не знаю с чем. Да? Но взамен этого государство решает все свои какие-то проблемы, вопросы именно за счет непосредственно предпринимателя. Что сейчас происходит? Нам говорят о том, что система здравоохранения не справляется со своими обязанностями. То есть не хватает койко-мест, не хватает препаратов, не хватает вакцин, то есть всего не хватает. Мы второй год находимся в непонятной ситуации, в непонятном положении, но тем не менее Министерство здравоохранения не успело даже до сих пор еще привести свою систему в порядок. Это говорит о том, что не справилась непосредственно сама система здравоохранения и министерство, которое его регулирует. Теперь министерство при поддержке кабинета министров решает свои проблемы за счет бизнеса. Риторика местной власти, которую мы сегодня слышали в большинстве регионов, она звучит следующим образом. У вас было достаточно времени, чтобы привить всех своих сотрудников, поэтому раз вы этого не сделали, вот вам карантин, вот вам запрещено работать. То есть получается, что нам запретили работать как превентивная такая мера, да, то есть в наказание за то, что вот мы не прививали вовремя своих сотрудников, не занимались вопросом тем, которым должно было заниматься здравоохранение, система здравоохранения. Хотя официально это прикрывается тем, что есть необходимость вот таким образом ограничивать общение людей между собой. Если посмотреть на очереди, которые выстраиваются за вакцинацией, если посмотреть на праздники, которые у нас устраивались местные, если у нас посмотреть на все вот эти вот вещи, то на самом деле никаким образом эта ситуация не решается, то есть распространение вируса не уменьшается, потому что оно здесь уменьшается, здесь увеличивается, из-за того, что сложилась вот такая ситуация.
По поводу дотаций, да, то есть их мало, много и так далее. Мы все время, нам все время опять-таки действующая, я потом перейду к тому, что с этим совсем делать и насколько это законно. Нам все время действующая власть приводит в пример государства, которые более уже благополучные, состоялись в экономическом плане, и говорит о том, что даже они закрыли вот людей по домам и закрыли им бизнес и так далее. Там Германия, Израиль, там, ну и тому подобное. Взять если Израиль в пример, хорошо, окей, они закрыли вообще всех по домам, люди просидели год дома, но они получали 80% от своего дохода привычного. Люди, которые получали зарплату, они получали 80% зарплаты. Люди, которые были частными предпринимателями, получали 80% от среднего дохода, который был. Что получаем мы, которых, собственно говоря, закрыли и запрещают работать? Ну ничего, по шее мы получаем, если вдруг у нас оказалась открыта дверь в магазине. Поэтому тут о чем, в принципе, речь? Опять-таки, система здравоохранения не справилась. Министерство здравоохранения при поддержке Кабинета министров решает теперь свои проблемы и свою несостоятельность и некомпетентность за счет бизнеса. Чего они хотят добиться? Вы хотите, чтобы мы все закрылись и перестали работать? Или что? Ну вот, какая цель преследуется вот этим? Вы понимаете хотя бы о последствиях, которые будут после того, что вы сделали? Экономические последствия, я имею в виду. Я молчу о том, что ну, люди действительно умирают, заболевания, вирус, но это вопрос системы здравоохранения, не бизнеса. Вот он вообще ни при чем в данном случае. Теперь что с этим делать и насколько это законно? Во-первых, в государстве на сегодняшний день не введен никакой специальный режим вообще. У нас нет объявленного пандемии, у нас не объявлено никакое особое положение и тому подобное. Ну, полномочия, мы решение Кабмину. Полномочия Кабинета министров Украины на самом деле у них его не было для того, чтобы вводить вот эти карантины даже в самом начале. Это постановление, по моему глубокому убеждению, просто незаконно. Второе, есть конституционные права, о которых часто кричат в интернете, но вряд ли ее читали, эту конституцию. Есть определенные конституционные права, которые гарантируются государством. Например, это наше право, в принципе, на жизнь и на здоровье. То есть это мы сами отвечаем за себя, каким образом нам лечиться, чем нам прививаться и тому подобное. Второй момент, свобода предпринимательской деятельности. В соответствии с действующим законодательством Украины, никто не имеет права просто так, на основании какого-то постановление ограничивать наше право предпринимательской деятельности, если, конечно же, не введен какой-то особый режим государства. Он не введен, повторюсь. Поэтому постановление Кабинета министров, оно, в принципе, незаконно. Далее, что касается действий правоохранительных органов, которые контролируют бизнес. Бизнес должен учиться защищаться самостоятельно. Вы можете делать это одним из двух способов. Первый способ, есть, так сказать, Google. Пожалуйста, куча информации по поводу того, как себя вести с правоохранительными и проверяющими органами. Не только при проверке на сертификаты, а это касается и налоговой, и службы праций, и тому подобное, даже в обычное время. Есть куча рекомендаций. То есть, когда к вам люди, открыв ногой двери, заходят и начинают что-то проверять, есть определенный алгоритм действий. Первое, вы должны узнать, кто эти люди. Второе, нужно понять, имеют ли они полномочия на проведение конкретной проверки. Например, правоохранительные органы не имеют права проверять медицинские документы. Правоохранительные органы не имеют права запрашивать и получать в каком-то принудительном порядке документы, связанные с предпринимательской деятельностью, с трудоустройствами людей и тому подобное. Поэтому, когда к вам зашла полиция, открыв ногой двери и начав там пугать ваших посетителей, сотрудников и так далее. Давайте все ж полиция проводит проверки, не так красномовно. Ну, к сожалению, они в большинстве случаев, которые мне встречались, действуют не в правовом поле. Они не имеют права брать эти документы в принудительном порядке, они не имеют права проводить обыски, они не имеют права проникать в какие-либо другие помещения. Иными словами, если вы сами не хотите им предоставлять документы, вы имеете право этого не делать. Второй, последний. Одну секундочку. Да. Я просто хочу маленькую ремарочку. Просто у нас девочка, которая находилась, помните, я вам рассказывала выписанный протокол, девочка, которая находилась на месте и снимала свои фотографии для Инстаграм, когда она отказалась предоставлять вот эту вот справку, они сказали, что нее отвезут в отделение. Ну, же говорит, везите меня в отделение. Ну, вот, значит, девушка перепугалась, она даже удивительным образом... Вот по поводу девочки, я как раз хотел сказать. Значит, во-первых, никто ее никуда не повезет с вероятностью 99%, и, скорее всего, людей просто пугают. Хотя правоохранительный орган, ну ладно. Значит, в
Второй момент. Если они хотят отвезти ее в отделение, нужно соглашаться, ехать. Ничего страшного. Приедете в отделение, 3 часа посидите и потом пойдете дальше по своим делам. Что касается девочек и мальчиков, против которых составляют протоколы в магазинах, там, в предприятиях и тому подобное. Дело в том, что субъект правонарушения – это тот, кто нарушает ту норму, которая установлена. Да? Субъект правонарушения – это непосредственно предприниматель. То есть субъект предпринимательской деятельности, или ФОП, или ООО. ООО у нас представляет интересы только директор, ну или иные лица, которые указаны в соответствующем реестре. ФОПа представляет исключительно только ФОП. И поэтому протокол о совершении правонарушения, связанного с карантинными ограничениями, можно составить исключительно против них. У нас же протоколы пачками летят против офис-менеджеров, против сотрудников, против официантов, против администраторов кафе, ресторанов и тому подобное. Суды засыпаны этими протоколами, и в большинстве случаев эти протоколы или отправляются обратно тому, кто выписал эти протоколы, или вообще закрывается производство по делу за отсутствием факта правонарушения. Поэтому вот я к чему говорю, что я очень уважаю работу полиции, они блюстители правопорядка, и они должны в первую очередь соблюдать права людей. Они созданы для того, чтобы их защищать. Когда они ведут себя вот таким вот образом, я считаю это неправомерно, и я очень прошу это прекратить. Поэтому, если вдруг против вас был составлен протокол, вы с ним не согласны, вы считаете, что он неправомерный, и у вас есть желание бороться, вы имеете право подать соответствующие пояснения в суд, потому что именно суд будет решать, привлечь вас к ответственности или нет, и соответствующие доказательства. Если же их будет достаточно, суд займет вашу сторону, закроет производство. Дякую, Мислава. Ще про це можна дуже довго говорити. Справді, багато про що ще треба говорити, але, на жаль, у нас ефірний час закінчується. І дуже дякую, що сьогодні були з нами. А я нагадую, в наших гостях сьогодні була Олена Булах, президентка Асоціації рестораторів та готельєрів Дніпра. Наталія Ешенкулова, лідерка підприємницького руху у Дніпрі. Віктор Жих, громадський експерт при Раді з питань сприяння розвитку малого підприємництва при президентові України. Та Станіслав Ліфлянчик, адвокат. Було дуже цікаво, я вам дуже дякую. Говорили про ситуацію з малим та середнім бізнесом так зараз в червоній зоні карантину у Дніпрі. З вами була Анна Гребенчук. Дякуємо і на все добре.